Первый этап строительства лагеря «Авангард» на территории бывшего танкового училища Махавепади. Сейчас мы видим, здесь полностью готов уже стадион, площадки. За стадионом сейчас идет возведение полосы препятствий. Спускаемся со стадиона, видим плац. Он исторический, то есть находится на том же месте, где располагался во время существования танкового училища. Сейчас его полностью восстановили, этот плац. То есть он новый и, в принципе, уже практически готов принимать ребят. Скоростные сооружения на будущем лагере «Авангард» практически готовы. Вот здесь находится площадка и хоккейная коробка, современная коробка. Вот здесь уже на этапе завершения находятся эти работы. Как рассказал нам зампред областного правительства Светлана Яковлева, плоскостные сооружения практически готовы.